Всем привет! Я снова в деревне. Ой, не в деревне, на даче, на участке огородном. И я вам показывал ее уже несколько месяцев назад. Показывал, что здесь квартиранты были, которые все попортили здесь. Здесь, как вы помните, была кладовка, если вы твое видео смотрели. Но здесь они комнату отдыха сделать решили, непонятно зачем. Бани-то тут как таковой, можно сказать, и нет. Потому что печка, точнее то, что от нее осталось, она была такой еще до того, как они появились. Еще и дыра в потолке там. Ну давайте посмотрим, что поменялось, а что нет. Ну вообще, особо-то ничего тут не поменялось. Ничего мы тут не делали. Как всегда, здесь у нас всякий хлам валяется. Диван. Вот этот диван раньше стоял там в домике. А от него вот что осталось. Он стоял раньше в комнате, а теперь вот он здесь валяется. Это кусок от, это от него, он там тоже. Собственно говоря, он там туалет, он там за окном. Тут кто-то дом строит. Давайте закроем эту фигню. Делать там нечего. Кстати, смотрите. Я не помню, да, было ли до этого так или нет. Ну вот, видите, что проводов здесь нету. В розетку ничего в эту не включить. Сегодня предлагаю залезть в место, в котором мы не были в прошлом выпуске на даче. Вот также здесь теплицы. Всякий хлам валяется. Траву, которую надо будет косить. Здесь тоже теплица, которая на говену руку сделана. В этой теплице да, не поворачиваешь ничего. Крапивы, тут очень много крапивы. Поэтому я натянул себе носки на штаны, чтобы не задел крапива. Здесь вот воду качали. Вытащили стекло, шланг протянули туда. Вот оно, стекло это. Там тоже шланг лежит, здесь стекло. Так, я вам сейчас вот это все покажу. Яму, вот здесь насос этот. Привезли насос, воду качать. Из вот этой ямы. Ямы, которой здесь не было. Ее эти деятели чертовы сделали. И зачем, я так и не понял. Ну, трубу там всунули туда. Видимо, воду оттуда собирались как-то добывать. Потому что вон там раньше стояла, во-первых, ванна. Ванна старая. Мы воду в ней хранили для поливки. Сейчас ее нет. Также был кран специальный, механический, крутишь, тоже нету теперь его. Вот здесь диван тут стоял, который я вам показывал. Лестница раньше стояла. Вот так теперь, ну вот так стоит, мы туда сейчас залезем. В прошлом выпуске мы туда не залазили. Кровати. Вот здесь была одна большая кровать, здесь другая теперь кровать стоит. Здесь еще одну поставили, видимо, тут начало. А вот от предыдущей кровати вот детали стоят. Ну а теперь я вам... А, кстати, вот. Вот плитка, помните, в том выпуске плитка упала прямо на глазах, на камеру. И вот она тут лежит, никто ее не трогал даже до сих пор. Вот эти, как тоже видите, на честном слове держатся. Если их потрогать, они отвалятся. Не знаю, даже стоит ли это делать. Давайте потрогаем, что ли. Но сильно не будем их щупать. Ну вот это можно просто взять, отломать. Так их можно просто, так их легко можно отклеить. Даже ребенок любой отклеит. А теперь я вам предлагаю залезть на этот этаж и показать вам, что на нем делается. Мы не лазили здесь же сюда. Я вам показал, конечно, что тут вообще находится. Вот так мы сюда
не залазили. Здесь раньше была кровать. Из мебели только комод этот остался. А так тут была кровать, еще что-то было. Они ее вынесли куда-то, не знаю. Здесь. Что у нас тут? Это от печки труба наверх идет. Так, короче, тут еще чердак есть. Вообще, кстати, вот эта лестница была желтая, они зачем-то в белый покрасили ее. Здесь раньше вообще обои были. Были такие, так сказать, бежевые обои с цветочками какими-то. Тоже все ободрали, как видите. Ох, еле-еле открывается окно это. Приехали какие-то там к нам. Давайте залезем на этот чердак. Сколько заряда осталось? Ну, не так уж и много. Ну и хватит еще. Давайте залезем сюда. Попробуем, по крайней мере, залезть. Ковер какой-то тут. Не помню, был он тут или нет. Но что-то тут явно намудрили. Потому что тут покрашенное тоже. Ну и вот здесь последнее, что у нас осталось. Блин, хлипковатый, мне кажется, потолок. Доски под ногами так и гнутся. Ну и давайте поглядим с этого окна. Вот здесь у нас такие вот дела. Вот что обидное, кстати, те квартиранты. Тут же и это яблоня была. Яблоки. Они, вот здесь где-то была яблоня. Они спилили ее, ее нету здесь. Эх, а ведь так жалко было. Ну и бардак тут еще тот еще. Ладно, в общем, такие вот дела. Завтра, понедельник, завтра у меня экзамен по основам управления ассортиментом товаров. Приеду домой сегодня, буду готовиться, повторять. Ну, а так сейчас я на даче, потом подъеду домой. Ну, в общем, я вам показал. С вас лайкос подписался, с меня эпичный видос. Как всегда, подписывайтесь на мой стримский канал, поддержите его ВКонтакте. Всем пока.